Так, 29-е, конечно, сентября 2023 год. Солнышко садится за небокрай, за обрій. Запорожская область возле города Орехов. Очень сильная дымка. Поэтому я без всяких светофильтров позволяю себе на минимальных, правда, выдержках снимать наше светило. Сейчас, надеюсь, чуть-чуть оно ниже опустится. Там, если пятна есть на нем, то даже пятна мы можем. Ну, если они есть, конечно. Боже, какое ж ты красивое. 150 миллионов до километров до нашего. Светило. Ну вот я сейчас хочу оставить, чтобы было видно, как движется солнце сквозь кадр. То есть не солнце, конечно, движется, а вон тебе и пятна на солнце. Видно, да? Никаких светофильтров, ничего нет. О, как слои атмосферы искажают, да, получается эффект. Линзы. Как будто уголочек отрезали от солнца. Вот, а там этих пятен, народ. Нет, это были ласточки или что-то там, какая-то орнитологическая ерундень. Смотри, как хорошо видно пятна. Ну и сейчас, наверное, файл закончу, чтобы он громоздким не был. 29 сентября 2020.